Кто знает, как они должны стоять? Нужен человек, который знает, как они должны Никто стоять. Никто не знает. Все, пойдем. Борь, а ты что, все такой прям, ты такой прям энергичный. Это внутренняя мощь. Бридж. Наркотик просто. Быстрее, на исходные, бегом! Не здесь, здесь. Поняла? Когда? Я смотрю, что меня бесит. Приду. Пациенты с парафринным синдромом выделяются среди других, поскольку богатая симптоматика патологического процесса у них наблюдается на фоне хорошего настроения и некой эйфории. А потом, как у буддиста, все сломать на следующий день. Давай еще! Мотор! Есть вот этот трепет. И пошла, и пошел адреналин. Пусть они спит слева! Слева расчет! Руки заряжай! Отлично! Психи. Такая профессия. Невозможно все время находиться в пике своего творческого порыва. Это ненормально, это психическое расстройство. Прыгнуть еще хочется. Ощутить свободное падение.